правами и по конституции, и по статусу, то они ничего не могут сделать. Фактически все возвращается на круги свои. И вот в настоящее время, конечно, жалкое состояние в законодательной области. Коренные народы Севера вот в Российской Федерации имеют вообще плачевное состояние, так скажем. Интеллигенция не очень, особенно в Москве, обращает на это внимание. Я знаю, что в основном этим вопросом занимается Новосибирская школа. Вот. И там это как-то звучит более адекватно и приемлемо. Но если бы это было гражданское общество, то можно сказать, что по уровню развития коренных народов, отношение к ним со стороны властей Российской Федерации, все-таки это есть показатель наших гражданских прав вообще. Если это в этом да, к своему народу относится, не тоже к себе. Вот видите, к своему. Да, вот, мне оно. Хорошо сказал, мне хорошо сказал. Что значит к своему? Это тоже это наш народ. Русский север, да? Можно реплику. А вопросы кончились? Нет, можно реплику. Мы продолжаем. Какие вопросы? Вот у гостя, у девушки вопросы. Елена Гварденцева, мы вас там очень признательны. И я признательна, что вы как бы участник. Поэтому у меня вопрос такой, если хотите, социофобологический, именно как гражданину. А как вы считаете, чем вызван вот этот дефицит субъектности? Причем я очень искренне об этом спрашиваю. Это некое имманентное качество или это временный какой-то момент? Вот с вашей, именно да. С вашей гражданской точки зрения. Да. И тогда будет понятно, да, как его преодолевать. Я понял. У меня даже я думал об этом постоянно. И не могу сказать, что я пришел к какому-то выводу. Но, может быть, это желание скорее так считать. Я, во всяком случае, вот у меня в портфеле, мне студент написал курсовую, принес книжку, я по этому поводу книжку написал, персоналистский режим. Вот почему? Он что? У нас, он нам имманентен, потому что еще и Бердяев об этом писал, и некоторые социальные психологи пишут о некоем царицентризме, который сидит в головах. Так вот, мне кажется, я не могу сейчас доказывать долго, но вот в этой книжке я там пытаюсь доказывать. Причем царицентризм не в смысле институционального монарха, а вот некая вождистская психология, то есть фактически патерналистская. Я пытаюсь доказывать, что нет, этого нет. Вот моя позиция нет. Но вот какого-то окончательного гвоздя в этот мой вывод я вбить не могу и вряд ли я вобью, потому что мы сами-то знаем свое общество. Я не думаю, что так уж мы точно знаем. Потому что разные опросы, наверное, еще как формулировать вопросы сами, показывают, то они показывают вот эти какие-то тенденции царицентристские, персоналистские, а то они показывают, в общем-то, вполне самостоятельную позицию людей. В общем, но я думаю, что все-таки нет этого. Это приписывается народу России. Простите, а заголовок ваш? Персоналистский режим. Опыт институционального анализа. Я так ее назвал. Ну, это представьтесь, пожалуйста. Писал Петрушина Валентин Иванович, журнал «Психология». Писал Конституцию Чухрай, да? Шухрай. Прошу прощения. Шухрай, это хорошо. Так вот, прошу прощения, да. Так все-таки он специально все это закладывал, да? И это было. Это хорошая вещь для психолога, между прочим. Да, так вот я поэтому и спрашиваю. Сейчас я на сегодня момент ее меняю. Нет, я сейчас вам кратко расскажу. Тем более вот сейчас Румянцев выпускает. И вообще, должен вам сказать, что многие люди, с которыми мы были как бы по разные стороны баррикад в 91-93 годах, теперь мирно, тихо мы нормально работаем вместе. Но я, например, работаю вот
заведует кафедрой другой, Исаков Владимир Борисович, который вот был 6, который против Ельцина там выставали, Мазаев, который был в группе «Смена, новая политика», он у меня на кафедре. Нормально. Что значит? Больше того, я стал, мы подружились с Леной Лукьяновой даже, дочерью Анатолия Лукьянова и так далее. Вот что значит, то ли, здрасте, Ленька, то ли времена проходят, то ли ситуация меняется. Так вот, про Конституцию. Ты прав, было много проектов, вообще было масса проектов. Сейчас тот же Румянцев выпускает, просто денег уже не хватает на оставшиеся книжки, он будет 12 или 13 томник история, из истории создания Российской Конституции. Вот. Масса было проектов, но самый главный проект был проект Конституционной комиссии. А потом, если вы помните, я просто кратко напомню историю. В 93 году, в июне, Ельцин созывает Конституционное совещание. Не комиссию, а совещание. И там вырабатывается другой проект. Но он очень много взял из проекта, ну, Конституционной комиссии, будем его называть Румянцевский. Вы правы абсолютно, в принципе, как бы душой, ну не душой, может быть, мотором этого ельцинского проекта был Шахрай. Да, конечно. Но и он переделывался. И самые страшные, между прочим, переделки, это вот для психолога очень, и для историка очень интересно. Как ощущают себя люди, когда практически ничто не сдерживают. Смотрите, период. Ты подтвердишь, что после референдума Ельцин рукой изменил несколько статей. Нет, это было до референдума. Это был проект последний. Нет, это не так. Стал поменял. Это не так. Поменял, да. Так вот, смотрите. 3-4 октября, драматические события у Белого дома, и 12 декабря. Вот этот промежуток. Всего, ну, фактически уже проект был готов к концу ноября. И он был опубликован, я сейчас точно не помню, то ли 1-2 декабря. То есть фактически месяц с небольшим для доработки Конституции. И вот все вот эти страшные дисбалансные вещи встраиваются именно в этот период. И там я читал стенограмму, я сам не присутствовал, к сожалению. Хотя уже работал в Кремле, но я занимался другими вещами. Кстати, тоже вещи были потрясающие. Вы бы знали, какие письма шли Ельцину от бюрократов, от, не буду их называть, они до сих пор некоторые управляют, чтобы он такой-то указ сделал, такой-то указ. Все, ребята, гуляй, никто нас не сдерживает. Страшная вещь. Так вот, от Путина было что-нибудь? Да нет, он смиренно выполнял. Скажу так, прикольно. Да. Ждал час. Да. Так вот, самые нехорошие поправки были внесены именно в этот период. Почему я говорю психологически это важно? Потому что головы, как бы, во-первых, эйфория некоторая все-таки уже была. Вот, как бы можно победить. А во-вторых, никто нам не мешает. Ну и третье, почему это вошло? Вы говорите, сознательно ли Шахрай? Да. Конечно. Но в каком смысле сознательно? Это, я не знаю, как в психологии это называется, но, наверное, какой-то феномен называется так. То есть перед глазами стоял постоянно унижающий президента съезд народных депутатов во главе с Хасбулатом. И если вы проанализируете с этих позиций Конституцию, вы увидите, ну, не ненависть, конечно, это, наверное, трудно увидеть в строчках, но вот такую интенцию... Защиты. Собака ты, Государственная Дума, но это уже в Государственной Думе, а ты последуешь съезда народных депутатов, поэтому тебе фиг мы дадим полномочий. И отсюда нету здесь ни парламентских расследований, ни вообще контрольных полномочий. Поэтому Конституция загнана в такой угол, что она ничего не может... Конституция, Государственная Дума, да и Совет Федерации, что ничего не могут противопоставить президенту. Это... Знаете, есть такой венгерский конституционалист Шайо, Андрес Шайо, он хорошо сказал, что Конституция – это отражение наших былых страхов. Вот страхи, вот здесь они все. Да. Все страхи. Причем и советские, и постсоветские, вот эти двухгодичные страхи, они все здесь. Вот природа вот этих вещей. Спасибо. Еще есть вопросы? Один короткий.
потом я буду. Михаил Александрович, не полемизируя с вами, что долго и, так сказать, неравноценно, что бы вы назвали наиболее достойным аргументом ваших оппонентов, которые спорят с вашей вот этой позицией? Что вам кажется наиболее равномерным? Вы знаете, они с системой моей не спорят, они только спорят с двумя как бы вещами. Во-первых, что, ну я понимаю человека, трудно поверить, что от какой-то бумажки зависит вообще жизнь, но она зависит. Вот сегодня такое, не такое, не сегодня такое время, а так ситуация сложилась, не ситуация сложилась, но в общем от этого зависит, во всяком случае власть действует ровно по Конституции. Нет, это психологический факт, да, а нет, юридический. Так вот, правовой. Так вот, они с этим не согласны, что этот момент является очень важным. И второй момент, они не спорят с самой системой, которую я анализирую. Они говорят, так и есть, да, это. И второй момент, то, что я сказал, Шейнис говорит, что его, вот это мне если больше... Если менять, то может быть хуже. Может быть хуже. Кто будет менять? У нас что, сейчас учредительное собрание кто-нибудь? Даже если учредительное собрание соберет, из кого оно будет создано? Опять-таки вопрос, общество вот готово, оно видит вообще, и что оно видит, наше общество? Что оно хочет, наше общество? Да, я бы сказал, что наше общество хочет. Оно, люди хотят, чтобы их уважали. Я вот только так формулирую. Уважение. Причем... Уважение это в разных формах проявляется, но я просто вижу, между прочим, может я ошибаюсь, но думаю, что это только у нас, вот когда мы выпиваем, или там у нас выпивают и требуют, а ты меня уважаешь, это неизбывная тоска по унижению здесь выплескивает, ну на мой взгляд, мне так кажется. Уважение. О, да, отсутствие уважения. Понятно. Нашего человека никто никогда не уважал, как личность. Пусть он самый аутсайдер, хотя само слово это уже унизительное, ты аутсайдер, лузер там, я не знаю. Вот уважение, но как это переформатировать, вот эта потребность в уважении, как это перенести в конституционную конструкцию, вот в чем вопрос. И в этом смысле вы противник разработки закона, конституционного закона о конституционном собрании? Ну а какую? Нет, я сейчас не говорю про то, что получится. Я говорю про... Нет, то я про то говорю. Когда меня вот по телефону стали, трещал телефон по поводу назначения председателя Конституционного суда, я и сказал даже одной журналистке, я говорю, ну толку, что вы обсуждаете. Ну и что? Я понимаю, это журналистская профессия, она требует новостей, комментариев. Ну что, ну будет этот Конституционный, вернее, мое мнение. Есть мое... Захотят, он будет. Не захотят, он не будет. А потом, что значит мое мнение, нужно, ну будет он, и что? Это не значит, что сразу после этого будет меняться. Без него уж точно. Больше того, я вам скажу, для того, чтобы ее изменить в нормальном виде, чтобы была нормальная система сдержек противовесов, нужно не конституционное собрание. Потому что все эти частности, дьявол в деталях, он сидит с третьей по восьмой главы, которые требуют просто закона о поправках. Так, пожалуйста, есть возможность потрогать Мишу. Здравствуйте, меня зовут Сергей Васякин, я студент юридического факультета МИГАИ. Михаил Александрович, вопрос такой. У нас в статье 1 Конституции Российской Федерации написано, что Российская Федерация – это Россия, где есть демократическое федеративное государство с республиканской формой правления. И второй пункт говорит, что именование Российской Федерации и России однозначно. У меня вопрос следующий. А почему государство имеет два названия? Не знаю. Честно говоря, не знаю. Я думаю, вот почему. Сейчас сходу мне... Просто я не задумался, но думаю, вот почему. А это, между прочим, надо вспомнить опять-таки 93-й год и вспомнить, как... Это к вопросу, кстати, о территории в каком-то смысле тоже. Как субъекты держали за горло федеральный центр того же Ельцина. И когда его обвиняют, что, перевирая, кстати, его слова, что берите суверенитет сколько захотите, это он показал, между прочим, вроде простоватый человек, он показал верх искусства под названием политика.
Потому что в этой ситуации он разрядил ситуацию, когда сказал, это было в Башкирии, да, берите суверенитет, сколько сможете переварить. И он утихомирил ситуацию. Так вот, в это время республики прежде всего, да и не только республики, они, что называется, почуяли слабость центра и стали его шантажировать. Поэтому я-то думаю, что, скорее всего, это связано с, как бы, ну не подачкой, но вот неким, у меня слова нет. Месседж. Ну, это не месседж, это уже, извините, норма. Данью в сторону регионов. Поэтому, по мне тоже лучше Россия. Я, кстати, в своих работах пишу «Россия». Мне не нравится Российская Федерация. Вот. А РФ иногда я так презрительно называют. И правильно делать. Ну что такое? Правда, с другой стороны, есть Федеративная Республика Бразилии, Федеративная Республика Германии, Федеративные Соединенные Штаты Мексики. Вот. Но, тем не менее, мы говорим Индия, Мексика, правда, ФРГ. Хорошо, ну, не знаю. Можно я уточню немножко вопрос? Ведь Россия в историческом понимании, в юридическом, совершенно другое государство. И фактически происходит такая логическая замена, что это государство, это Россия, но там же было другое государство России, Россия один получается, а это Россия два. Вот тут сидит человек, с которым мы вместе как раз этими вопросами занимались, да, в комитете по правопреемству. Это огромнейшее, вы подняли, огромнейшее. И, может быть, даст Бог, и пообсуждаем, но, наверное, другого только специалиста. Вот Игорь Борисович об этом все время говорит. Это фактически вопрос о правопреемстве, просто об историческом преемстве России. Что это было за государство до Советы? Это огромнейший пласт вопросов. Вы правильно делаете, и очень хорошо, что вы подняли этот вопрос, но я на него вот так двумя словами не отвечу. Это огромнейшая и очень трудная, и очень болезненная тема. Мы вот здесь как раз и познакомились-то, когда про правопреемство говорили, собирались на всякие. Я как ведущий не могу молчать, потому что цель нашего клуба заключается в том, чтобы как можно больше советского убрать из нашей жизни. Человек про российского вписать. Про юридические вещи. Я об этом и говорю. То есть мы должны быть преемниками России, и тогда наше название будет обосновано. А сегодня, когда на Красной площади принимают 2000 несмышленышей в пионеры, когда у нас руководящая направляющая сила Единая Россия, когда у нас, так сказать, имя России Сталин и так далее, то мы очень энергично идем в обратном направлении. Причем это еще не видят за рубежом. Даже в Петрограде памятник не убрали, когда его... Конечно. Дрельжи. Конечно. Переформируют. То есть мы как бы не совсем обоснованно имеем это имя, но это имя для нас, по-моему, очень дорого, и надо стремиться, чтобы его не потерять, а восстановить. Вот у меня такой был ответ. Еще какие вопросы? Я сейчас начну Мишу пытать. Где имя России Сталина? Но у нас прошел телевизионный цикл, который назывался «Имя России». Он шел по каналу «Россия». И в ходе этого цикла проводился опрос, кто может иметь имя, кто достоин или должен иметь имя «Россия». И в результате этой долгой дискуссии, которой я абсолютно не доверяю, мне, она, конечно, была срежиссирована, вот, но в результате этой дискуссии на первое место вышел Александр Невский, это «Имя России». Причем из него был Саватов. Вывели. Это была игра, конечно. Вот. Но Иосиф Виссарионович был на втором или на третьем месте, отставая от Александра Невского на меньше, чем на 1% голосов. То есть вот эта операция, она, я считаю, нанесла страшный удар по имиджу нашей страны. Говорил об этом, но если спрашиваете, охотно повторю, потому что это очень важные вещи. Я приведу просто простой пример. Дискуссия у меня с поляком, с польским профессором. Он говорит, ты знаешь, я всегда в Польше был сторонником России. Всегда говорил, что все, что там плохое, это не русские виноваты. Это у них были вожди коммунистические, они их мучили так же, как нас. И поэтому Сталин, он надругался над Россией. И поляки меня слушали. А теперь, когда вы сами назвали Сталина своим именем, что мне сказать полякам? Вы и есть Сталин. Вы не против Сталина, вы и есть Сталин. Понимаете, то есть, когда украинцы говорят, что Голодомор, это творил Сталин, и никто не спорит. А здесь говорят, а имя России Сталин, тогда претензии украинцев к нам, ко всем нам, потому что мы не отреклись.
Вот что происходит, вот что они натворили этим конкурсом, они изуродовали имя нашей страны, в которой мы живем. Нет, понимаете? Если бы не подтасовали, он был бы на первом месте. Да. Подтасовали, уже сделали, чтобы совсем... Хорошо, насчет подтасовки я еще скажу, потому что здесь тоже нет, как бы, я вчера был на этой дискуссии в Доме русского зарубежья, и выступает француженка Элен, как ее там, секретарь Французской академии наук, известная советолог, россиевед, и она говорит, ну, конечно, процесс демократизации уже сложен, да, у вас есть люди, которые вот сейчас опять говорят о Сталине, это в один год не меняется. Что на самом деле, я назову только цифры, к 2000 году 18% россиян считало Сталина своим лидером, это всероссийские опросы Левада-центра. После 2000 года 52% россиян считает Сталина своим лидером. У нас что, народ поменяли? У нас руководители телецентра поменяли. Ну, и даже не они поменяли. Им сказали, вот на эту кнопку жал, а теперь вот на эту. Они тут же стали жать на другую. Да, понимаете? А люди, конечно, внушают. А как же вы хотите? Если будут внушать, что Земля держится на трех китах, подождите, 2-3 поколения у нас прожило в этой сталинской системе. Все будут слушать, не будут. А как иначе? Конечно, трех китах. Всем известно, и по телевизору говорят. То есть людей оболванивают. И причем этим же властям нужен конфликт. То есть теперь, вот когда приходишь в обычную семью и говоришь про Украину, они же не вникают в детали. Они нас обвинили в Голодоморе. Слушайте, они никогда нас в Голодоморе не обвиняли. Они говорят, что это был геноцид против украинцев, но это же не значит, что это не был геноцид против русских. Если во Второй мировой победил Советский Союз, это же не значит, что наши союзники проиграли. Они тоже победили. То есть вот здесь такая демагогия идет все время, которая порождает врагов. И у нашей страны политика наших властей имела претензии к ним, потому что ни одного друга не осталось, ни одного союзника не осталось, ни одного. Даже Белоруссия. Никарагу за большие деньги, конечно, можно купить все, что угодно. И девушку, и Никарагу, и все на свете. Но лучше, когда это органично и естественно. Белоруссию никак не могут уломать, понимаете? Нет, конечно, там нормально. При том, что американцы тоже нарушают, не надо иллюзий. Но они вырвали Косово, но Косово признало 50 государств. А мы вытянули, вынуждены были реагировать Южная Осетия. Я считаю, это было вынужденное поведение. И если бы не отреагировали Южная Осетия, было бы еще хуже. Они над Москвой летали уже. Но когда мы вырвали Южную Осетию, ни одно государство, ну и сидите там с Южной, мы попали, потому что такая политика, уже Сталин наш лидер. Вот что получилось, вот это же все взаимосвязано. Поэтому эстонцы говорят, почему, вот смотрите, сейчас из Америки в Германию, Германия потребовала, и Деменика, которому уже там 199 лет, Америка отдала, а немцы будут судить нацистского преступника. А когда в Эстонии умирает мэри, который повинен в депортации, степень повинности не определена, но он повинен, суд шел, да? А Медведева присваивает орден знак почета. Что вы делаете? Какой почет? За что? Его никто не тянул за язык, он не обязан был вообще промолчать. Нет, он, мэри умер, и ему дали знак почета. Знай наших. Никто не извинился за депортацию эстонцев. 10 тысяч человек перед самой войной, а потом за 10 дней до начала войны, а потом удивляется, почему эстонцы воевали против Советского Союза и там эсэсовские отряды. Так 10 тысяч эстонцев, это все равно, что у нас несколько миллионов бы эстонцев забрали к себе. Да я бы гранату кинул там во все посольства. После такого. Ну ладно. Ну мы вот... Вопрос можно задать? Да, конечно. Минаев, да. Зеленоград я представляю из акционерного общества «Ангстрем», занимается технологиями микроэлектроники. И вы уже создали компьютер. Как технический специалист меня заинтересовала тема, как и почему разрушается наша конституция, потому что у людей, кто занимается конкретным делом, ну, свой аппарат анализа существует. И в соответствии, так скажем, с своим анализом, я хотел бы какие-то резонансы услышать, корреляцию взглядов тех, которые есть. У тех, кто, так скажем, работает, и у тех, кто, так скажем, пишет законы. И вот вопрос у меня такой. Не видите ли вы нарушение Конституции и, в частности, суверенитета Российской Федерации в том, что импортные товары сейчас покупаемые за валюту, которая не является внутренней нашей расчетной единицей, и когда финансы выведены вовне распоряжения нашим государством, не является ли вот эти операции финансовые
и торговых организаций главной причиной нарушения Конституции, которая ведет к полной зависимости России от, так скажем, внешнего мира. Поясню свой вопрос. Современные технологии позволяют 20% трудящихся, например, Китай взять один, который обеспечит весь мир всем. Дальше только распределять нужно. Один пример. Второй пример. Приезжают к нам и говорят, не нужна здесь микроэлектроника. У вас задача только логистики. Продавать то, что мы производим. И действительно, AMD, Intel, IBM, они произведут все достаточно медленно. И получается, что если мы не защищаем себя сами, то нас будут кормить генетически модифицированными продуктами, нам будут предоставлять китайскую технику и прочее, прочее, прочее. И это имеет прямое отношение к нашей Конституции. Вот вопрос. Я думал, когда вы, как и почему нарушается наша Конституция, этот анализ проведете существенный. Да, это из корней из моих идет. Я же привык анализ проводить на базе движения материальных ресурсов. Без материальных объектов информация не перемещается. Да, деньги электронные сейчас, но тем не менее это сигналы перемещаемые. То есть это информационные технологии. Вы ни слова не сказали ни про информационные технологии, ни про финансовую систему, ни все остальное, что, на мой взгляд, то есть базис не проанализирован. А отсюда, как и почему нарушается наша Конституция. А кто ее писал? Так может быть она вся неправильная, понимаете? Вот я это вам говорю как специалист по технологическим системам, где государство... Частный случай технологической системы. Ну, говоришь, Миша. Не, я не умею вырезать, к сожалению. Я могу только сказать следующее, что не надо любую большую, глобальную или очень маленькую проблему связывать с Конституцией. В огороде Бузина, в Киеве дядька. При чем тут здесь Конституция? Конституция это основной закон. И что? Именно основной закон, а не... самый большой закон, понимаете? Конституция, вообще любая правовая система не в состоянии описать всякое, любое поведение человека. То есть Конституции финансовой системы не затрагивается никакой? Там говорится, никакие системы управления там, не там говорится, что Центральный банк является эмиссионным центром, что у нас является валютой рубль. Ну и все, и все. Извините, это уже, да это и не должно быть предметом Конституции. Еще раз вам говорю, вы меня можете обвинить, что я вас не удовлетворил, ваш интеллектуальный запрос. Но я говорил то, о чем могут только говорить конституционалисты, о том, как устроена власть. Так вот эту власть поменяет доллар. Что поменяет? Доллар. Доллар поменяет? Ну, это уже, опять-таки, проблемы... проблемы вы же говорите, что нет никакой реакции. Вот у нас что-то меняется, никто не реагирует. Реагируют. Финансовая система реагирует. Потоки товаров реагируют. Умершие деревни реагируют. Города разрушенными производствами. Все реагируют на то, на продукт жизнедеятельности этой самой власти. Вот на что реагируют. Но это уже, извините, не проблема Конституции. Вот я могу только вам сказать. Наверное, я вас разочаровал. Я к этому одну фразу добавлю. Мне кажется, что вот, если мы правильно понимаем друг друга, здесь не вопрос, кто прав, кто не прав. Может быть, то есть при одном, вот если есть, допустим, это совершенно вымышленный эксперимент, 10 разных государств, и в них абсолютно одинаковые конституции. Они могут иметь совсем разную экономику, потому что Конституция не задает однозначно, она задает некий веер возможностей. И вот что происходит с долларом, с иностранной валютой, рублем, это уже жестко из Конституции не вытекает. Это вытекает из ряда других факторов. Вы правы, Игорь Борисович, действительно многие латиноамериканские государства приняли в качестве образца Конституцию США, но они не построили. Народ другой. Конечно. Я бы даже сказал, что это большая тема, но, на мой взгляд, главный вопрос, а первый вопрос, Конституция, конечно, очень важный вопрос, не всякого сомнения, но первый вопрос – это вопрос о национальной идее, на российской идентичности. Конституция – это следствие принятия определенной идентичности. Не определили, кто мы, у нас Конституция все время будет варьироваться, потому что у нас нет фундамента. То есть, кроме того, что есть власть, которая хитрит, кроме того, что есть номенклатура, которая там всех обегоривает и так далее, есть еще и с другой стороны проблемы. Мы не определились, какой страны. Мы живем в преемнице тысячелетней России,
Или мы живем в продолжателе СССР, или мы всю историю выкидываем чертовой матери, и мы живем как на Западе, или мы живем в винегрете, где и то, и то, и то, что вообще несовместимо. Ответа на этот вопрос нет. Но кажется, уже... Рынок даст ответ. Рынок тоже может быть разный, рынок бывает разный. Вот он, и роль рынка, и место рынка, и сфера рынка. Поэтому здесь это все следствие. Это, понимаете, нельзя решать частные вопросы, не решив общий. Все время будешь на него натыкаться. Все, что мы решили куда-то ехать, едем, но не решили куда. А куда мы едем? Нужно определить сначала куда. Может быть, быстрее будет там, даже не знаю, на самокате, а не на машине. Но все едут в разные стороны. А вот а тогда молодежь нет, в основном а тогда нет видели страны. Американское посольство, какая стоит? Вы видели очередь? Если мы все едем в разные стороны, если в каждой голове своя Россия, тогда у нас нет единой страны. Тогда ее держат пока только пограничники, ФСБ и жулье, которое ворует и так далее. А нам нужно, чтобы единая страна была не за счет автоматчиков на пограничной полосе, а за счет того, что в нашем сознании, в нашей душе единая страна. Мы все за единую страну. Мы детали там по-разному понимаем, а фундаментальные ценности наши, которые отличают нас от всех других, должны быть общими, иначе мы рассыпаемся. Еще вопросы? Или... Володя, да? Ну что, помучаем? Миша не часто к нам приходит. Не да ладно, сейчас. Так уже. Да, не, вы знаете, мы вас замучить можем. Я знаю. Я могу я один тогда понимаю. Вопрос задать, просто для оживляя же, поскольку ты же долго работал с Ельцином, может быть, ты что-то расскажешь. Ну и один вопрос просто какие-то я личные. Я Ельцина видел. И только заодно. И заодно все-таки меня, я другие не буду задавать, но меня, вот признаюсь, меня очень волнует эта ситуация. Толком у нас не сказано, толком не написано. Тем не менее, идет разговор о том, что намечена продажа, ну не продажа, официально не называется продажа, хотя наверняка это продажа, намечено как бы отторжение или отдача Южных Курил. То есть вот у нас тот узкий состав клуба, который не раз от раза приходит, а который работает постоянно, мы стоим на таких фундаментально патриотических позициях. Это не значит, что мы за власть, мы за Россию, мы за себя, за соотечественников. И поэтому, если такие вопросы обсуждаются, это чрезвычайно опасно и огромное количество следствий. Не дай бог это произойдет, не дай бог. Да, с моей точки зрения, это значит, что вообще никакие законы не действуют. Понимаете, я могу подойти кому-то и сказать, слушай, старик, одолжи 100 рублей, да, и он подумает, или там 1000, он может даст. А если подойду кому-то и скажу, слушай, одолжи мне правую руку, да, он подумает, что я с ума сошел, как можно руку одолжить, а как можно территорию, это безумие, это во-первых. То есть, если нарушаются такие законы, то тогда можно все делать в этой стране с нами, и все будет замечательно, да. Я уже не говорю о том, что если будут эти острова возвращать, отдавать, да, то это значит, что мы не победили в Великой Отечественной войне. А Наполеону в Москву Кутузов отдал. А мне плевать на Наполеона. И, во-вторых, Кутузов поступил очень правильно, потому что он берег людей. Для него главное были не деревяшки, а для него главное было людей спасти. Он знал, что он делает. Он знал, этот негодяй зайдет на поклонную гору. Вот тогда еще один аргумент. Понимаете, некоторые думают, вот нам миллиарды заплатят. Во-первых, японцы постоянно настаивают на том, что это их, и они ничего платить не будут. Поэтому я не знаю, как они там собираются лавировать, но известны некоторые пути, да? То есть ничего они официально платить не будут. Во-вторых, в той ситуации, в которой мы находимся, совершенно неэффективного управления. Наша главная проблема не то, что у нас народ плохой или страна какая-то убогая, у нас богатейшая в мире страна, у нас образованный народ. Но у нас абсолютно неэффективное управление. И если эта власть продаст острова, это значит через 2 года они скажут, а вот еще Калининграда можно торгануть, а еще можно Карелии, а еще это абсолютно ничего не даст. Это все, что наливать, бегать там на 5-й этаж, наливать воду в дырявую бочку. Это пустое дело, вы поменяете бочку. Поэтому это абсолютно бессмысленный вариант, который роняет престиж страны. Что это за государство, которое отдает острова? Так вот, я не буду, ну я просто передаю эмоциональное состояние, а вопрос вот какой, можно ли через конституционный запрос, либо через какие-то еще механизмы попытаться это остановить? Нет. Или ничего? Нет. Я считаю, что нет. Это опять-таки к
Конституции в данном случае не относится. Это вопрос политики, потому что так была... Президент обязан сохранить территориальную целостность и обеспечить... Правильно, но если это когда и на нее кто-то покушается, вот что имеется в виду. А он, если на нее покушается? А он же не будет сам. Это же будет закон, ратифицированный Государственной Думой и Советом Федерации. Больше того, это будет международный договор, ратифицированный Госдумой и Советом Федерации. И пока он не будет ратифицирован, Конституционный суд сможет рассмотреть его конституционность. Но найди человека, который, не человека, точнее, орган, который обратился бы в Конституционный суд с таким запросом. Ходорковский. Я говорю орган, потому что человек, единственное, можно представить, что курильчанин может обратиться в суд, пожаловавшись, ведь в Конституционный суд может гражданин только в каких в двух случаях обратиться. Если он уже в обычном суде рассматривает свое дело, и там выяснилось, что какой-то закон не соответствует Конституции, то есть конкретное дело рассматривает. И второе, если какой-то закон или международный договор нарушает его конституционные права. В таком случае, могу модель предложить, курильчанин должен, которого отдают... Там местные органы власти категорически предлагают. Да, тысячи людей. Вы аккуратненько очень, потому что у меня сестра на Шикотане, сестра моя, она говорит, все убегут в Японию. Вот так. Проголосуют 100%. Я же не говорю, что я что их заставлю. Если я заставлю, на это отвечу. Даже если это произойдет, дорогие, то это значит, что у нас абсолютно неэффективная власть. То есть она довела людей до того, что они просто бегут из собственной речи. Это к ним претензия. Об этом и все время я рассказал об очереди. И об этом надо говорить. Почему власть неэффективна? Нельзя, не потому что происходит отрицательная эволюция ее. Отрицательная селекция власти. Происходит. Новая конституция будет хуже. Я уже знаю эти разговоры, знаю тех людей, которые настаивают на том, чтобы менять. Они сделают такую, что вообще не пьют. Правильно, если они сделают. Да. А если делать на основе того, что ты предлагаешь, во-первых, что мы ощущаем себя обществом и делаем конституцию от этого общества, которое понимает свои корни и понимает, куда оно нацелено, это совсем будет другая конституция. Да нет, все на все Юрий в день отменят и все. Кого отменят? Юрий в день. Кого отменят? Юрий, историю знаете, да? Вот где бабушка и Юрьев день. Ну, ну отменили, да, и что? Ну, отменили, и все. И нельзя уже уходить к другому хозяину. Понятно. Ну, хорошо. Не надо ту Россию трогать. А мы же, вы сказали, мы же кто Россия? Там все было замечательно в той России. Все было своевременно. Я просто, потому что коллеги, тогда это можно, было эффективно. А то я, вот на такой ноте я бы не хотел заканчивать. Да. А, коллеги, моя была задача показать не... глобальные проблемы, а только как устроены наши правила игры. Не более того. Естественно, всю жизнь, в конце концов, всю жизнь Бог определяет. Для меня, например, это ясно. А у нас начальник. У вас может быть начальник, да. Вот. Поэтому, естественно, я показал только, как эти правила игры влияют на власть, а уже власть как игра, отыгрывается на нас. Не более того. Поэтому ждать ответов на фундаментальные вопросы бытия вот от этого, конечно же, не следует. Вот, собственно говоря. Хорошо, спасибо большое. Слово свою защиту. Да? Нет, по-моему, на самом деле, я, например, узнал целый ряд вещей принципиально новых и не ожидал их узнать. Потому что я вижу, что нужно не, может быть, и пытаться совершенствовать Конституцию, но она сама по себе настолько монопольна, что здесь выше головы не прыгнешь. Я прошу прощения, вот вопрос. Вот представим, что, не дай Бог, случается что-то. А с каким лозунгом ты будешь выступать? За Россию. А, ну понятно. Всегда. Понятно. А что? Не подходит, не подходит. Ну, Володя. Вопрос маленький, ответ, точнее, Владимир. Это по поводу того, при чем здесь законы, не при чем здесь Конституция. К Южному Курилу никакого отношения нет. Целостность государства. Нет, я сейчас объясню, что делать. Если бы на шельфе Южных Курильских островов Роял Дач Шелл, там Бришпит, вы могли бы точно так же работать нормально, честно, так же, как на норвежском шельфе, у нас их никто бы их, не дал бы нам их отдать, эти острова, и заставил весь мир у себя их оставить, если бы было так. Но, к сожалению, вы знаете, у нас там.
Вот, потому что это незаконно виноват. Так нет, это совершенно верно, но если это рассуждение примерно такое, поскольку сегодня в стране все плохо, надо взять и удавиться, да, да не дождутся, наоборот, мы им такое устроим, что они об этом горько пожалеют. Поэтому если там Shell не может работать, это не значит, что надо отдавать острова. На всякий случай хочу сказать, что многие не информированы. Дело в том, что в 1945 году в Токио проходил международный трибунал, который потом повторился в Нюрнберге. Япония была признана страной-агрессором. Это страна-агрессор, и то, что мы взяли эти острова, поступили абсолютно законно. В 1951 году Япония в 1945 подписала капитуляцию, а в 1951 проходила международная конференция по мирному договору, где Япония еще раз подписала договор, если я не ошибаюсь, 9-я статья договора, она признает все потерянные территории утраченными. И Южные Курилы входят в этот список, они забрали оттуда население, они сейчас морочат голову, что Южные Курилы не входили. В японском парламенте проходили обсуждения по поводу Курил, и все это признавалось. А сейчас прошло время, они об этом помалкивают. Поэтому нельзя так... Да, сам Советский Союз совершил агрессию, что пятый против Японии. Так, хорошо, значит, ну вот мы обсудили этот вопрос очень большой, очень многомерный, многоплановый. Я думаю, что Мишу надо поблагодарить. Подробно все рассказал, даже несмотря на то, что немножко простудился. Вот. А что у нас есть еще несколько таких небольших вопросов. У меня была такая провокационная идея. Вот я думал о том, что у нас есть небольшая группа людей, на которую сваливается работа по организации клуба. А если у нас клуб живой, если у нас идет, если все хотят участвовать и так далее, и так далее, я бы предложил такую вещь. Вот мы могли бы сделать практически некоторые практические действия, некую практическую акцию. Курилы, само собой, я думаю, как здесь можно здесь что-то предпринять, есть и другие замыслы, которые мы, наверное, со временем обсудим. Вот может такую практическую вещь. Вот пока в тюрьме под арестом находилась Бахмина, помните, это сотрудница ЮКОСа, которая родила в тюрьме. Значит, вот многие выступали в ее поддержку. А часть была оппонировала и говорила, что у вас за Бахмину, а вот там другие сидят, и никто за них не выступает. Да? Я думаю, что этот тезис вообще совершенно правильный. С моей точки зрения, даже если бы Бахмина была первым секретарем ЦК КПСС и председателем КГБ одновременно, и при этом ее бы наконец посадили, если бы она там забеременела, я бы выступал за то, чтобы ее освободили. Потому что нельзя женщин в таком состоянии держать в тюрьме. Это Третий Рейх. Хотя на самом деле это тоже не правда. Третий Рейх так не делал, так делали только коммунисты в соцстранах. Больше никто так не делал. Так вот, у меня такая абстрактная инициатива, абстрактное предложение. Может быть, кто-то подготовит текст, обращение, который можно было бы подписывать через интернет, в котором мы бы настаивали на том, что все женщины с детьми, за исключением тех, кто совершил самые тяжкие преступления, должны быть выпущены на свободу. И в нашей стране, вообще-то такого, насколько я знаю, почти ни в одной стране такое не делают. В нашей стране подобного типа акций недопустимо. Нельзя держать беременных женщин в тюрьме. Они должны рожать дома у себя. Дети должны рожаться не за решеткой, а дома у себя. Так вот, если есть, конечно, я могу за это взяться, но я-то обращаюсь к вам. Если кто-то хочет проявить активность, инициативу, и подготовить такой текст, сделать его юридически корректным, продумать. Потом мы обсудим, как это вывесить в интернете и начать собирать подписи, начать добиваться, чтобы такое решение было принято. Потому что это, конечно, ненормально со всех точек зрения, с точки зрения демографической, когда у нас на самом деле не проблема рождаемости, у нас вымирает страна, по миллионам хоть больше, чем рождается и так далее. Вот такое предложение. Ну и еще, если вот хотите, я могу вернуться к теме Москва-Киев, поскольку мы вот провели такую встречу. И, в принципе, к сожалению, у нас об этом никто ничего не написал, кроме нескольких сообщений Радио Свобода. Вот. А украинцы об этом писали много, и встреча прошла плодотворно, и мы обсудили много таких вопросов конкретных, и было взаимопонимание. Я скажу только, может быть, одну такую реплику, которую нашел в украинской газете. Кто-то из участников, а там с их стороны, значит, был директор института философии, первый посол в России, первый посол в Англии, там и так далее, и так далее.
и социологи, ученые, и вот кто-то из них написал, что за последние 3 года он раз 20 участвовал в российско-украинских встречах. Но это была первая встреча, после которой у него не возникло желания собрать свои вещи, положить их в чемоданы, всю свою семью увезти в Евросоюз. У него возникло желание общаться с теми людьми, которые приехали. Это был честный, заинтересованный разговор. И надеюсь, что он продолжится. Может быть, в следующий раз это будет уже в Москве, тогда вы сможете присутствовать. А вот фигура молчания у вас замечательная. То есть я понял, вы предлагаете Украину вернуть в лоно России. Это ничего подобного. Я этого не предлагал. Нет, ну как-то в фигуре, которую вы выстроили, я увидел, раз курилы наши, да, так почему бы и Украине не быть Россией? Ну да, тогда я могу подробнее, да, может быть, нет. Украина потеряна. И у нас всегда такая логика у наших властей. Вот, я читаю сейчас много книг про вторую войну. Нет, у меня просто родственники там выяснилось, что значит, вот, ну. Украина потеряна, а курилы мы прикарманили. Вот такая логика. Ну, курилы – это результат войны. Наши курилы. А Украина – это результат каприза Сталина. Ты ненавидишь Сталина и в то же время защищаешь вот этот его жест. Вот в чем суть Путина? Про него кто-то сказал, что этот человек не решает проблемы, он их создает. Вот как он создал проблему, когда принял советский, сталинский гимн обратно. Он создал проблему. Так и Сталин. Он создавал проблемы. Он вешал эти проблемы на нас. В том числе и повесил Курилу. А ты их защищаешь вот это. Защищаешь этого человека, который сделал, кроме всего прочего, кроме расстрела поляков, он еще и Курилу прикарманил. Вообще, Володя, как известно, Сталин за всю войну один раз поехал на линию фронта. У него случилась медвежья болезнь, по дороге он вернулся. Поэтому это сделал не Сталин, это наши солдаты и моряки, которые там высадились. Понимаешь? Но ведь это агрессия была. Поэтому это агрессия была. Они не брали, они не брали. Правильно, она не нападала на Советский Союз, потому что она не успела напасть. Потому что она просто, не могу объяснить почему. Вообще война во многом решалась именно там, а не здесь. Она, японцы ждали, когда немцы дойдут до Москвы. А немцы не дошли до Москвы, не взяли Москву. Как пошли в черную мать? Потом они напали американцы. В 1941 был заключен договор о мире. И японцы его соблюдали. Советский Союз его нарушил. Тем самым совершил факт агрессии. Да. Ну, я отвечаю. Без крови взяли. Не надо. Значит, что касается договора, договоры были с разными странами. Япония не напала на нас, на Советский Союз, не на Сталина, который бы Власова достал его, между прочим, мы бы жили в другой стране. У него был план взять Петербург и устроить двоевластие в нашей стране. А потом те немцы, которые, Штауфенберг, который совершил покушение на Гитлера, он был в контакте с Власовым, и они собирались менять Россию. Вот это надо было делать, а то вечно оппозиции есть, а то их мало. Вот плохо, надо нас менять. Вот. Россию менять не надо. А Сталина можно было. Но от того, что Япония не напала на Советский Союз, совершенно не потому, что она была такая принципиальная, честная и так далее. Потому что был такой расклад сил. Они ждали, я повторяю, японцы ждали, когда немцы возьмут Москву. Вот был их расчет. А немцы не взяли. Они напали на Америку, Америка им устроила такое, что они уже не могли напасть на Советский Союз. Хотя гарантий никаких. В 1942 году все стратегические расчеты исходили из того, что и в 1942 году может быть нападение. Я не спорю с этим. Я говорю, что сам факт юридически говорит о том, что Япония на Советский Союз не напала. Свой мирный договор с Советским Союзом соблюдала, а Советский Союз этот договор нарушил, потому что он истекал в 1946 году. Она напала на нашего союзника, она напала на Америку. Нет, это уже разговор, знаете, такой. Из-за того, что кто-то, так сказать, там с кем-то поругался, это не значит, что я должен там в драке участвовать. Вообще Вторая мировая была война, не отечественная. Воевали многие страны. Была антигитлеровская коалиция. Япония воевала против антигитлеровской коалиции. Она получила. Просто на что она получила? Ялтинские соглашения и обязательства союзников. Это уже было после Ялты. И повторяю, что Япония сама признала потерю этих островов дважды. Дважды. Единственное, что в 1956 году, когда Хрущев поехал, у нас ведь дипломатические отношения с Японией, все нормально. Какая война? Они все признали, у нас консульские отношения с Японией. Поэтому это искусно раздутый вопрос. Причем это было сделано в 1956 году, когда Хрущев был в Японии. Американцы на японцев надавили. Японцы подписали все, кроме пункта о мире. И из него есть простой выход.
нам говорят, что нужен мирный договор. Да в Англии конституции нет, это не мешает Англии нормально жить. Не нужен мирный, нужен договор о сотрудничестве и дружбе. Все, понимаете, вот и все выходы. Есть дипломатические ходы, их 150 ходов. Не надо нам договор о мире, надо договор о дружбе и сотрудничестве. И все, и никаких островов они как от ословушек получают от мертвого. Вот. А что касается Украины, это трагедия, но это совсем другое дело. Не американцы. Почему я начал говорить о войне? Потому что у нас всегда политика такая, что всегда виноваты они. Почему немцы дошли до Сталинграда? Вот ну, здесь нет людей, которые жили в то время. Я, конечно, родился после войны. Но если вы почитаете книжки, то вы узнаете, почему немцы дошли до Сталинграда. Потому что второй фронт не открыли. Почему у нас плохо встали? Потому что мировой кризис, американцы, у нас всегда виноват кто-то. Да? Но вот в распаде СССР и сплошь и рядом виноваты наши власти, а не кто-то. И оранжевая революция на Украине, это американцы, это ложь. Наш в известиях писали, что американцы тратили на оранжевую революцию примерно в 20 раз меньше, 20 раз меньше, чем Россия. Россия тратила деньги против оранжевой революции. Но я что хочу сказать, что когда уже государство распалось, сейчас возвращать Украину. Извините, я бы, конечно, хотел. Ну, почему? Союзный договор хороший составить. И в союз этот, может быть, и Япония войдет. Нет, можно, конечно, да. Есть такие мечтатели, но это потеряно. И поэтому, понимаете, вот если вы смотрели фильм «Тарас Бульба», у меня, например, впечатление одно от этого фильма. Такие фильмы снимаются только накануне войны. Потому что там такая истерия в этом фильме. Это вообще не фильм. Это истерия, вы из него выходишь, ошалел. Или половина думает, как взять в руки там шашку, меч, ружье и стрелять. Убийства сплошные в Тарасе Бульбе. Но, на мой взгляд, это к Гоголю не имеет никакого отношения. Но, понимаете, это... Там очень плохо говорится о Запорожском и о Гоголе. Как о кровожадных совершенно уникальных. Если так внимательно посчитать. И не только они, кстати. Но мы сейчас еще одну дискуссию разобьем, но я хочу закончить мысль и пояснить свою мысль. Никто из нас ничего от Украины не требовал, и конфликт с Украиной, он создается искусственно, и я считаю, что Украина, борьба за Украину, это борьба за Россию. Украина такая же, как мы. И Украина при всех сложностях и трудностях идет по пути демократизации. Но вы знаете, там у нас все время орут, выборы, да? Да, там выборы. Это здесь заранее, на 24 года уже известно, кто будет дальше, кто, как они будут менять друг друга. А там выборы, и неизвестно, кто победит. Кого украинцы выберут, тот и победит. То, что неустойчиво, нестабильно, да. То, что сложности с экономикой, да. Но движутся-то они в то направление, в которое бы нам двигаться. И если они себя сохранят, то они для нас спасение. Потому что когда у нас говорят, а вот в Америке, а нам отвечают, да идите вы, это Америка, это Россия. А как вам нам сказать, что это Украина? А чем Украина от нас? Вот на Украине-то получается? Вы знаете, поэтому вот, самая цензурируемая информация из Украины. Вы ничего поводу, не надо все-таки подходить с позиции технологических систем. Все закурило. Ну, конечно. Украина — это не то, что там руки отрезали, а руки с ногами. Потому что там в Украине были такие производства, мощные технологические. Днепропетровск возьмем, Запорожье и прочее. Так я хочу сказать. Из-за того кризиса экономического, который существует, из-за разрыва технологических связей возникла масса проблем. Это все равно, что вот если в доме, где вы живете, да, вот одной семьей, вдруг каждый скажет, я начну отделяться. Это трагедия России была, когда по Столыпинской реформе началось, так сказать, там, распад семей, получение, там же были свои проблемы тоже, о них никто не вспоминает. То есть я хочу сказать, что анализировать нужно с современных позиций технологии. Технология, она манипулирует в настоящее время в мире, во всем, терминами, понятиями, которые в России вообще никто из политиков ни разу не говорил даже. Есть такое понятие, жизненный цикл, понимаете? Все возвращается на круги своя, церковное понятие, да, его знают. То есть время в церкви, оно не линейное, как вот мы часто смотрим, а цикличное. Я могу, так сказать, по этому поводу вам цикл лекций устроить. Почему и откуда из этого системного видения видно, что процесс глобализации объективен? Потому что человечество, то есть идет объединение вот это. А раз идет это объединение, лидеры будут свои позиции стараться сохранить. А аутсайдеров так потихонечку, как вот мы там не считаемся же с тараканами, хотя они древнейшие животные на этой земле, да, их, так сказать, там
препаратами соответствующими обрабатывают. И это надо совершенно четко понимать. И вот эти конституции, всякие обсуждения около и... То есть я считаю, что это прошлый век, 19-й, 20-й век. Современное техногенное общество, это информационные технологии, коммуникации и правильная система ценностей, сформирована в результате воспитания и образования, базой которого в первую очередь должно быть трудовое воспитание. Отсюда будет все правильное понимание жизни, и не будет того бреда и разброда, который существует в голове. Только те 20%, которые человечество допустит до труда эффективного, они будут людьми. Остальные будут участвовать в соревнованиях, там то все совершенствовать породу человеческую, модой заниматься, то есть украшать жизнь. А, то есть мы же сами понимаем. А возразить вам можно? Это Когда-то я писал, есть такая энциклопедия глобализации, я там писал статью про глобализацию. Так о чем? Фрагмент, который не вошел в текст, к сожалению, хотя он передал. Я по аналогии. Вот вы выступили с определенной концепцией, вы констатировали, глобализация — это объективный процесс, от него никуда не уйдешь. Биосфера же понятие. На это сейчас я сходу попробую быстренько, вам ответить, но ответить, поскольку люди устали, используя такую тематику, которая всем близка. Вот, как известно, в 60-е годы на западе Европы развернулась сексуальная революция. И в чем был замысел? Замысел был в том, что пока парень и девушка первый раз встретятся, это для этого нужно много времени, они тратят нервы, у них срывы, там комплексы. Это зачем? Все сделали вместе и пошло дальше. Да? Казалось бы, как просто, и никто не нервничает, и никаких стрессов, все замечательно. И вот в Дании была такая писательница Нордис Мюллехов, которая написала роман «Ле». Вот в этом романе описано, что получается. А вот что получается. Это имеет прямое отношение к глобализации. Значит, она описывает главную героиню, учительницу по имени Ле, которая вот с таким парнем Стэном, они вместе. Быстро, моментально. Но когда у Ле возникает серьезнейшая проблема, она пытается Стэну что-то объяснить, Стэн по-русски камень, а он мне, что тебе надо? Я вот, извините, сплю с тобой, и все, а что, это твой проблем? Зарплату отдают. То есть в чем смысл? Вот когда раньше люди долго шли навстречу друг другу, они сближались психологически, экономически, культурно, интеллектуально, духовно, а потом еще и физиологически. Это было естественно, это было очень устойчиво. Правильно. А теперь они совершенно чужие люди, но физиологически вместе. Что такое глобализация? Глобализация — это процесс, когда совершенно разные культуры, совершенно разные языки, совершенно разные... Торгуют. Вот они гонят друг другу и доллары гонят, да они совершенно разные. Они не понимают друг друга. И вот этот кризис, с которым мы сейчас столкнулись, это результат глобализации усиленной, бескультурной, безинтеллектуальной, бездуховной. Когда даже в начале века 20-го был международный язык эсперанто. Да, эсперанто — это и русский, и немецкий, и там и польский, и так далее. Да? А сейчас какой эсперанто? Сейчас английский. Не работал, почему? Он работал, были стихи, поэты. А сейчас английский, учи английский. Подожди, я в России, дайте мне хоть немножко. Нет, учи английский, понимаете? Это давление, это насилие. Поэтому ваша концепция, вы как констатацию говорили, что глобализация, объективный процесс — это искусственный, противоестественный, неадекватный процесс, который разрушает жизнь на Земле. Вот вам ответ. А дальше уже остальные следствия это нужно продолжать. Но дело в том, что в глобализации разные аспекты есть. Вы один подчеркнули, разрушительные, а конечно, есть же созидательные. Сразу все. Да. Можно столько проводить. Можно чего делать. Когда что вовремя, когда что не вовремя.